неудачное одно поражение от Марка Хука. Гильермо пока держится хорошо. Очень настроен. Но Денис должен точным встречным ударом очень жестко попасть. Вот сейчас попадает он боковым правым. И снизу правый, снова правый. Пару раз он тоже может достать до нее. Встречные снизу и сбоку. И как-то чудом отбивает, что ли, успевает защищаться. Отлично. Вы знаете, с первых секунд поединок начался без разведки вообще. Вот откровенный бой, ну такой. Для Гильермо, я думаю, в свое время был очень хороший бой. И очень крепко, как я вижу, очень хорошо держит. Я имею в виду в идеальной физической. Не в тактическом плане, а именно физической. Ну нет, то, что он мог бы что сделать. Здесь у него претензий к нему не было. Но это была тяжелая работа. Попадает левым боковым. Получается у нас. Хуже для Дениса, я так считаю. Пошел вперед, но пропустил. Катман, он хорошо убрал кровь от брови. Денис как на месте. А вот эти прямые удары. Ну, удивительно крепкий этот Гильермо Жон. Свои. Он здорово держит удары, это все знали. Отлично. Хорошо. Плане отлетает, как будто это. Он... Ну, встречались такие боксеры, которые с крепкой. Понятно, что это настоящий чемпион друг друга. Отлично! Такой сейчас взгляд у Гильермо Джонса, что у него как будто глаза налились кровью. Но это все накапливается, все равно накапливается. Конечно. Правда ли, эти удары? Стоит. Хорошо! Вмешивается. Чистый бой. Ни клинча, ни захватов. Настоящий бой. Да. Да. Еще один удар точно в челюсть. Разнообразнее. Но вот как я замечаю, что надо дать должное Гильермо Джонсу в таком возрасте. Он достаточно неплохо в физической кондиции. И вроде в плане того, что действительно пропустил столько сильных ударов. Интервью Арслана после того, когда он сказал, я не понял, как я проиграл. Появилась проблема, у Дениса закрывается правый глаз. И нам в какой-то мере, может быть, и Денису тоже. Вот сейчас товарищ комментатор Реченков Михаил, и насколько это большая опухоль, и насколько тоненько. Немножко. Отлично, но мало. Вот сильнейшей рукой, Денис, молодец. Вот когда Денис попадает, ему нужно продолжать атаку, нижняя дистанция разрывается, снова приходится подходить. А сейчас это делать все сложнее. Да, мы вот видим, что он серьезно готовился к этому бою. Заявление до боя, да, вот, и на пресс-конференции, и на взвешивании. Это не пустая бравада была, сейчас что выяснилось. Ой-ой-ой. Но видит, понимаете, это проблема. И он чуть-чуть теряет, мне кажется, самообладание. Бой. И сейчас будет, конечно, пытаться использовать. Сделать нечто больше, чтобы поединок закончился. А ведь всего лишь пятый раунд заканчивается. Да. Шум. Ну, а попадает. Я... Встречу. Но врач, то есть рефери может остановить врача, и уже тот решает, может ли боксер продолжать поединок. Да, ну все это по правилам. Мы все-таки будем надеяться, что врач не остановит бой. Вот вы слышите, как сейчас весь зал, заполненный до конца, болеет за нашего боксера. Ну и в зале прямо висит такое... Общие переживания, потому что трансляция выведена на два монитора. Это для тех людей, которые сидят на верхних рядах, на балконах. И все прекрасно видно. Попадает Денис. Ну вот, подходит середина боя. Вот мы думали, как раз должен наступить тот момент, когда
Джонс начнет уставать. Как по-вашему? Да, и, конечно, сейчас им нужно как-то себя, в общем-то, где-то пережидать, контролировать ход боя и грамотно вести. Джонс такой устал, что грамотно вести бой. Отлично. Посмотрите, принимает удары, как будто вообще ничего. Да? Темп очень высокий, боксеры вкладываются в каждый удар полной силой, и они оба устали. Уже почти на автомате. А всего только половина боя прошла. Да. Ну, это его почерк, это его стиль. Он всегда так боксировал, он так привык. Вот. Мне вот аж больно, когда Гильермо попадает своей левой рукой точно в глаз Денису. Эти удары не сильные, но они доставляют столько неприятностей. Хорошо, хорошо. Попадает. Отличный удар в печень. Продолжай. Второе дыхание открылось. Да. Еще немного. Отлично. Не останавливаться. Если еще хоть чуть-чуть силы остались. Последняя минута. Вот так вот. Опускает руки Гильермо. Опускает удары. Он просто выживает. Весь зал стоит. Весь зал поддерживает нашего боксера. Почувствовал Денис, что устал. Панамский боец. Денис тоже на пределе уже. Он на грани, бесспорно. Хорошо, Дениска. Боковые кидай. Хорошо. Я думаю, что Денис получил установку от тренера. Делать все возможное, идти ва-банк. Потому что... Да. Только так. Потому что... Шестой-седьмой раунд, когда он шел вперед, он потратил очень много сил. Но я опять же удивляюсь его очень твердой голове. Ну вот он начал больше двигаться, Денис, да, включил ноги. Ему стало пока такой резкости. Ой-ой-ой, точно в челюсть. Стоит опять, а? Снова попадает Денис. А? Все-таки вот уже на усталости я вижу, насколько первоклассный боксер. Потому что в таком возрасте держать кондицию на таком высоком уровне, это очень не так просто. Это видно. Гильермо Джонс. И на мой взгляд, зря. Боковые, Денис, здесь. Забирай его в углу и бей. Молодец, Денис. Голову. Потому что то, что было... Потом Денис выровнял бой в свою сторону, а сейчас все самое... Даже поправит трусы Гильермо Джонс. И принимает... Кого бей! Встречай! Встречай его! Панцы, конечно, он намного, он видел, намного людей. Такой жесткий обмен. Еще! И стоит, а? По корпусу. Который не смог выдержать. Ну молодец, он продолжает, вы знаете? Да. Ну Денис пока удается. Отлично. Да. То есть это заслуживает большого уважения на самом деле. Такое чувство, что у Дениса периодически открывается очередное дыхание. Второе, за ним третье, четвертое. Упал бы вот таких мощных, точных попаданий. Я удивляюсь этому... Боясу, я говорю сейчас про Джонса. И ведь не теряет надежды. Не просто не оказывается в нокдауне, а еще дерется, идет вперед, проигрывая. Иногда так откровенно он это делает, да? Казалось бы, ну вот, шаг назад и ударом снизу можно его поймать. Да, опухоль на лице Лебедева просто очень страшная, огромная. Заканчивается 10-й раунд. Но опухоль у Лебедева, это страшно. Сейчас, Денис, бей! Бей! Боковые, бей! Боковой! Да. Не было у Дениса.
после еще такого тяжелого боя. Никогда не было. И все-таки и обоюдных попаданий, их количество. И не было вот этой травмы. Да. Много случаев, когда я не хочу об этом говорить, но должен сказать, когда боксеры просто оставались без зрения, сетчатка. Да, мы все это прекрасно знаем. Все-таки не теряет надежды Гильермо Джонс, не теряет. Он ее... Он ищет, конечно, свои... Постоянно весь бой опущенный, и он... Ой-ой-ой, ну стоит опять, а! И он рассчитывает только на свои вот эти инстинкты уворачиваться, и шеей даже, и корпусом слегка. Это что такое было? Это нокдаун. Да. Это дает ему возможность не терять много сил. Что такое? Бой остановлен?